Мы предлагаем широкий спектр услуг для корпоративных клиентов. Стирка спецодежды, стирка белья. Мы можем обслуживать медучреждения, строительные организации, автосервисы. Наше преимущество в том, что мы можем выполнять очень большой объем работ. Наше оборудование это позволяет. В день мы можем стирать до 1000 килограмм белья или спецодежды. Мы работаем на новом бельгийском оборудовании, используем только новейшие технологии, немецкое моющее средство, поэтому белье не портится. Для каждого ассортимента используется своя программа. В основном 80% успеха зависит от приемки. Мы определяем, какой вид обработки нужен вещи. Рассматриваем пятна. Если приемщик правильно принял вещь, то у клиента не будет никаких вопросов. Ассортимент изделий у нас шубы, пальто, костюмы, свадебное платье, пледы, шторы. В общем, все, что имеется в продаже, мы все чистим. Стараемся было качественно и хорошо, потому что нельзя на таком оборудовании работать плохо. Вот это у нас машина аквачистки. Она стоит 1,5 миллиона, и здесь бережная стирка. Свадебное платье очень хорошо получается, шторы, пледы отлично. Пледы вообще как новые. Даже некоторые клиенты говорят, что даже новых таких не бывает. Вот это паровоздушный манекен для глажки верхней одежды, пальто, костюмов, курток. Деликатные вещи, дорогие. Мы гладим только на паромонекенах и на брючных манекенах. Это у нас упаковочная машина. Здесь готовую вещь уже упаковываем, полиэтиленовую пленку, чтобы вещь не запылилась, выглядела как в магазине. Данная машина приобретена в Испании, там, где люди любят стелить ковры. Приобретен автомат за рубежом, единственный в нашем регионе, в Северо-Кавказском регионе. Мы можем сейчас выбить, постирать, потом производится ополаскивание, все моющее средство вымывается. После этого ковер поступает в центрифугу, и с самой середины ковра, там, где обычно руками невозможно это вымыть, выдавливает всю грязь. После этого мы ковер располагаем в сушилке. Сушилка оборудована осушительными аппаратами и кварцевыми лампами. Это позволяет сушить ковры за короткий срок. Окончательная обработка проводится на ворсовальной машине. Это также очень прекрасный аппарат. Что он дает нам? При ворсовании поднимается ворс, который при стирке может лечь, слипнуться, еще что-то при сушке. Вытаскивается волос, шерсть животных, еще какие-то нитки, грязь. И все это высасывается, выравнивается. Бывает такое, что и плесень, и грязь, и опрелости. Мы все это устраняем, уничтожаем запахи. Не стыдно и приятно, когда люди просто поражены, неужели это наш ковер. Кроме всего прочего, мы занимаемся ремонтом одежды, реставрацией одежды после стирки и химчистки. Также у нас можно заказать выезд машины на дом. Приемщик приедет, возьмет вещи на обработку и также доставит обратно.